Вечером примерно в 9 часов наезд на пешехода полицейские зарегистрировали на улице Сайрамской возле здания городского УВД. Здесь под колеса Nissan Qashqai попала 20-летняя девушка. Травмпункт какой бурштал вообще? 90 на 90 вороту бурштал. Хирурга аппаратный нарву. А зачем мне эти документы? Пожалуйста, оформляю. Как случилось с ДТП, сейчас выясняют дознаватели административной полиции. Очевидцы происшествия оказали пострадавшей девушке первую помощь и вызвали на место ДТП врачей. Вот его форма, вот он на машине сидит. Вот его форма. На белом машине Приора. В Шымкенте зарегистрировано ДТП с участием сотрудников полиции. Авария произошла в районе фабрики Кабиска. Здесь столкнулись автомашины Лада Приора и Дэйву Джентра. По словам водителя Джентры, в момент столкновения в Ладе находились люди в полицейской форме. Мы ехали на машине, впереди нас остановилась Лада Приора и не едет ни туда, ни сюда. Мы подъехали, я ему сказал, отъедь в сторону, не мешай. А он нас начал материть. Потом, когда мы поехали дальше, Лада Приора развернулась перед нами. Из нее вышел мужчина в полицейской форме, снял рубашку и пошел к нам. Стал ругаться, а потом ударил мою маму. Еще бара, Он меня ударил, я испугалась и бросила руль. Вот так сделал. Потом еще вот сюда пнул, короче, вот. Форму снял, сюда пришел. Он снял форму, порвал майку, подошел, ударил мою мать. Я увидел, вышел из машины и сказал, ты что делаешь? Потом он стал бить меня и убежал. Вообще конфликт начал он. Сначала не давал проехать, а потом развернулся передо мной, и наши машины врезались. В этой аварии никто не пострадал. Автомашинам нанесен незначительный материальный ущерб. Сейчас в подробностях ДТП разбираются сотрудники административной полиции. Еще одно ДТП произошло в 16-м микрорайоне. Здесь водитель автомашины Infiniti не справился с управлением, выехал на обочину дороги и ударил припаркованный Nissan, а потом врезался в бордюр. К счастью, в ДТП никто не пострадал. В подробностях аварии разбираются дознаватели дорожно-патрульной полиции. Утром первого на месте. Ты на зарвотал кушерде тускал укоился.